Здорово, это домашний канал Алерки, мы продолжаем проходить Resident Evil 2, ремейк. И, короче, мы нашли Шерри, спасли Шерри, или не спасли, или полуспасли, или как, не знаю. Короче, мы ее нашли, мы ее тупо нашли, короче, но она заряжена теперь, и нам нужно ее доставить в лабораторию на фуникулёре. Вот. Мамка уже попрощалась с ней, короче, давай, сказала, давай, Шерри, пока, тебе все равно не выбраться, не выжить, я ничего не могу сделать, и давай пока, все пока. Короче, в принципе, я думаю, пока больших монстров не будет, мы с Биркиным уже расправились, и я думаю, мощное оружие пока брать не будем, аптечки тоже брать не будем. Прогоним с вами, короче, так, чисто, налегке, так сказать. Лаборатория, там уже посмотрим. Там уже глянем, посмотрим, увидим, что и будет, и как. Окей, так, вот Шерри здесь лежит, кряхтит. А нам надо ехать. Она сказала все проверить, ну, у нас все проверено, все сделано, поехали. Все, поехали, стартуем. Фуникулёр направляется в Нест. Не покидайте вагон, пока не прибудете в пункт назначения. Ладно, поехали. Так, и херово, походу. Только давай не превратись здесь. Эй! Ты как? Какая теплая у тебя куртка. Ее мне дал брат. Она вроде как приносит удачу. Не знаю, что бы я без тебя делала. Шутишь? У тебя все было отлично, пока я не пришла и не втянула тебя во все эти неприятности. У меня тут твоя вещица. Не хочу. Правда? Почему? Такая красивая. Это мне мама подарила. На день рождения в прошлом году. А я просто хотела, чтобы она чаще бывала дома. Знаю, тебе кажется, что твоей маме все равно, но... Эй, Шерри, иди ко мне. Эй, держись, ладно? Станция Нест. Все хорошо, я с тобой. Давай. Короче, здесь Клэр и Шерри поболтали так по душам, типа... Где? А, мне ничего не открыть, мне, короче, ее надо положить куда-то, да? Так, окей, а где у нас здесь проходы? Где вход в лабораторию? Здесь? Здесь нет? Зачем лестница? Непонятно. Лестница куда-то в тупик, в пустоту. Вот, а когда играли за Леона, там в фуникулёре Леон и Ада первый раз, короче, поцеловались. Я найду лекарство. Держи, Шерри, все хорошо. Так, окей. Здесь ничего не валяется, чтобы сразу потом прийти и забрать. Чтобы сразу прийти и взять. Так, окей, вот вход. Вход в лабораторию, понятно. Окей. В целях безопасности не подходите к дверям, пока они полностью не откроются. Да охренеть, целых три двери просто. Добро пожаловать в Нест. Желаем приятно провести время. Ну, спасибо. Я чувствую, мы здесь очень приятно время проведем. Так, тут какая-то задача. Осмотрите лабораторию, окей. Осмотрите лабораторию, но мне сначала надо бросить куда-то... Бросить куда-то тело, Шерри. Так, погоди, вон кушетка, да, есть. И можно, в принципе, наверное, может сюда, не знаю, в ящик. В ящик положить на диван вот здесь в прихожей. Тоже неплохо. Ладно.
Вот так. Right. Так, и что now теперь? Здесь должно быть хоть что-то. Антивирусный препарат? Вот, это точно поможет. Эй! Эй, Шерри! Мне надо идти. А ты побудь здесь, хорошо? Я скоро вернусь, обещаю. Да, короче, мы за тобой вернемся, так что не ссы. Окей, взяли браслет, ID браслет. Так, окей. Окей, что здесь так, дверь закрылась. Сумки, в сумке по-любому надо было, надо полутать, потому что там по-любому что-то есть. По-любому какая-то вещица пригодилась бы. Так, окей, отлично, хорошо. Это что у нас, это просто цветок? Не те цветы, которые нам нужны. Так, смотри, здесь что-то надпись. А, карта лаборатории Север, окей. Карта лаборатории Север, так, это что? Шерри, угу. Шерри под восклицательным знаком. Печатная машинка, цветная лента. Окей, это у нас поле находится. Так, коробка. Я первый раз, короче, заметил, что сундук называется коробка здесь. Так, окей, мы, в принципе, здесь никогда не были, поэтому... пицца. Ништяк. Первый раз туда пришли, поэтому у нас на карте мало чего отмечено. Так, давай посмотрим ноутбук. Внимание, тревога в гнезде. Из-за инцидента в северном крыле всему персоналу гнезда необходимо немедленно применить антивирусный агент Дьявол. Такие названия. Ужас просто. Дьявол. Единственный способ предотвратить G-мутацию. Если вы заражены G-вирусом, немедленно обратитесь за помощью, чтобы своевременно выявить и уничтожить G-клетки в вашем организме. Данное письмо рассылается автоматически в случае чрезвычайной ситуации. Не отвечайте на него. Отлично. Типа спам, короче. Заспамили всю почту. Таким говном. Ну хорошо, что не реклама там. Казино или какая-нибудь еще... дичь. Так, окей, корпорация Umbrella. Хорошо. Так, это забираем. Это забираем. Здесь у нас, короче, вот печатная лента. Так, погоди, что-то еще. Еще компьютер. Журнал комнаты отдыха. 18545 Тоби Джексон. Вход, выход. Это не бывает. Вход, выход, бла-бла-бла. Короче, Уэн Ли. Вход. 8.16, выхода нет. Понятно, она вошла и не вышла. Вошла и не вышла, это Уэн Ли. Вошла и не вышла в свой кабинет, походу. Ладно, допустим, окей, давай посмотрим, что здесь. Печатная машинка, пока сохраняться не будем. Мы только начали, короче, это храним. Окей, все отлично. Все шикарно. Все путем. Так, с чего начать? Допустим, давай начнем по порядочку вот отсюда. Окей, пошли. Так, темно. Темно, как в жопе буйвола. Снова кровище. Это, короче, лаборатория. Здесь должна быть вообще жесть. Это эпицентр. Это эпицентр всего дерьма, который здесь творится вообще в городе. Кто сказал, что? Кто что сказал? Так, окей, так. Кто что говорит? Погоди. Повторите, неразборчиво. Ты где? А, здрасте. Так, упал. Перезарядка. Он сидит там. Тихо, погоди. Такое ощущение, как будто он где-то вот где-то вот здесь. Снова какие-то непонятки со звуком. Непонятно. Он кого-то жрет где-то. Опа. Сказал. А, вот здрасте. Здравствуй. Вон.
сводиться я еще на тебя буду. Так, погоди, ножик у меня есть. Ноги сейчас отрежу. Отлично, ноги отрезал. Ноги отрезал, походу ей конец. Походу она сдохла, да? Все, сдохла, отлично. Два патрона у нас. Кто-то кого-то жрет. Кто-то кого-то жрет где-то. Так, ты встанешь? Полюбас, встанешь. Ой-ой-ой, задергался, чувак. Ладно, допустим. Опа, здрасте. Так, патроны кончились. Мать его. Вот это ускорился, падла. Падай, умри, лежать, я тебе сказал. Так, походу сдох. Перезарядка. Надо найти того, кто хавает. Хавает, по-моему, он здесь где-то. О, отлично, здрасте. Лежать. Что ты творишь? Куда понес? Куда понес? Домовенок Кузя. Отлично, упала. Наше меню содержит все необходимые питательные вещества и основано на последних биологических там штуках. Наслаждайтесь нашей коллекцией вкусных блюд. Окей. А ты, дебил, встанешь? Блин, где-то еще, наверное, в этой, в столовой. Тихо ты! Ты что так близко-то? Че? Ох ты, вон ты где! Ладно, здрасте. Сейчас мы тебя... Падла. Упал? Упал. А подбежать и зачикать ножиком, пока он не встал. Падай, умри. Да умри ты. Зубы слова не давали. Все, отлично, у него что-то хрустнуло, короче. Он такой, пока, пока всем, пока. До свидания. Давай, до свидания. Ты встанешь, нет? Так, окей, перезаряжаем. Перезарядили. Так, патроны. Патроны, отлично. Для пистолета. О, там еще коробка какая-то. Коробка. А, это не берется. Блин, а такая коробка большая. Такое ощущение, прям показалось, как будто что-то такое прям интересное там лежит. Так, ты встанешь? О, у него что-то есть. Граната, отлично. Чувак с гранатой, я чуть гранату не потерял. И гранату не прошел мимо. Отлично. Зомбезное месиво просто. Давай посмотрим, что здесь еще. Что еще есть? Видать, отсюда он приполз. Так, смотри, лестница наверх. Лестница наверх. А, тихо ты. Где? Опа, опа, тихо, 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 тихо. Кто зашевелился? Ты зашевел? Я ж тебя убил. Слышь, ты же не шевелился. В смысле? Какого хрена? Тебя же хрустнуло, и ты помахал, сказал всем до свидания. Нет? Вон рука у тебя отвалилась. Почему ты живой? Какого хера? Кто разрешал? Так, окей. Нет, нам не взять. Ладно, давай. Ладно, давай посмотрим, что дальше. Окей. Это обходняк, короче, в этот на кухню. Блядь. Просто в одном месте столько такое сборище, короче, зомбарей. Просто жуть. Так, давай, окей. Здесь, я надеюсь, никого. Они же, ублюдки, могут и прятаться куда-нибудь. О, отлично, порох. Порох, большая банка, это прикольно. Это хорошо. Это живем. Это мы живем просто. Так, что-то еще есть. Ножик, отлично, еще один ножик берем. Тихо. Тихо, тихо, тихо. Оп! Ух ты, спецназовец. Ну здравствуй. Он один? Он, походу, не видел меня. Отлично, упал. Упал, я тебя сейчас почикаю. Бронированный спецназовец. Вообще.
он... Сдох или живой? Я его смог пробить? Блин, они притворяются так вообще просто натурально. Просто по-натуральному. Что, закрылось? А, вот эта дверь. Отлично, давай сюда. Давай здесь. Посмотрим. Так, окей, чья-то рука. Электронный чип. Годится. Так, что за электронный чип? Чип. А чип доступа сотрудник. Электронный чип с уровнем доступа сотрудник. Окей. Хорошо. Хорошо. Пусто. Так, что-то лежит, смотри. А, конденсатор, электропушка. О! Неплохо. Можем, короче, апгрейдить электропушку. А, изучить. А, деталь для электропушки увеличивает скорострельность за счет накопления большого количества электроэнергии. Хорошо. Вот это тоже пригодится. Тоже сгодится. Так, окей. А здесь мы ничего сделать не можем, смотри. У меня на экране букашки ползают или... или в игре. А, так. Ос. Ос, молокосос. Окей. Погнали. Шевельц, шевельц. Полюбас. Живой. Так, здесь нам не пройти почему-то. Наш чип здесь не срабатывает. Хорош. А, идем, короче. Так, нам никто не встал. Чтоб сразу узнать. Да, они полюбасы встанут тогда, когда. Так, где тут лестница? Где я выходил? Где я заходил? В смысле? А как мне отсюда выйти? Погоди, а как мне? А, вставить в ID браслет. Вон оно что. Отлично. Теперь я могу выйти через всю дверь. Отлично. Так. Здесь все, да, получается? Идем, короче, к ящику. Отлично. Так, у нас перезарядил. Ну, 23 патрона всего. 23 патрона это мало. Мало, но живем. Ресепшн. Так, окей, давай в этот. Доктор Ли, вас срочно вызывает шеф Картрайт. Явитесь в восточное крыло. Восточное крыло. А мы в северном, да, получается. Так, окей, давай убираем вот это. Так, можно пушку, короче, сейчас. Может, тоже, наверное, уберем. Гранату не знаю. Гранату давай уберем тоже. Окей, пускай покопится. С пороха, кстати, мы можем... У нас есть еще один порох. Давай электропушку, короче, сделаем. Объединить. Вот такая у нас просто... груда железа. Ладно, допустим, окей, убираем. Кстати, можно пистолет перезарядить? В принципе. Долго перезаряжать. Просто каждый патрон впихивает. Так, давай. Походим с пистолетом. Так, Шерри на месте. Все отлично. Шерри спит. Отлично. Так, окей, пошли сюда. Ты живой? Ты живой или умер? Так, погоди, что это? А, модулятор сигнала. Окей, модулятор сигнала нам нужен, короче, мы можем... Что у тебя есть? Запись спецназа. Альфа вызывает призрака. Цель движется к западному крылу. Должно быть за G-вирусом и антивирусом. Говорит призрак, вас понял. Встречаемся в точке 3.3. Вас понял. Говорит Альфа, я на месте. Принято, ждем. Цель. Говорит Альфа, вижу цель. Он собирается открыть сейф.
Вас понял. Ждем сигнала. Вижу же вирус. Заходим. Доктор Биркин, вы пойдете с нами. Без лишнего шума. А, понятно. Значит, антивирус в западном крыле. Отлично, нам, короче, надо попасть в антивирус в западное крыло. Так, окей. Так, мост мы отправили, короче, мост мы сделали. Ну, давай-ка для начала, короче, сбегаем обратно. И... используем штуку, короче, вот этот... сигнал, вот этот, ну, сигнальный препарат, аппарат. Меня пугает этот спецназовец, короче, который забанутый. Окей, давай. Сигнал, вот этот, ну, смотри. Так, эррор. В смысле эррор? А! Погоди, здесь надо... О, волну настроить, да. Все вроде как бы совпадает, да? Отлично. Так, как выйти? Окей. Теперь можно подставить. Все, четко. А, подали сигнал, короче. Подали сигнал, сейчас вот этот зомби встанет. Я по-любому помню, я помню, помню. Держать. Держать, сказано. Так, погоди, да я тебя обойду. Почикаю ножиком, наверное. Держать. Смотри, какие полосы просто остаются у него. Да блин, какой-то живучий. Да лежать тебе сказано. Сказал же лежать. Ноги тебе отрезать, что ли? Так. Ну, типа сдох. Типа сдох, но это только типа. Короче, окей, записка. А, записка Уэйна Ли. А, это был Уэйн Ли, короче. Это был вот этот доктор. Ладно, допустим. Так. Боже милостивый, кровь, она повсюду. Что, черт побери, тут происходит? Они мертвы, все мертвы. Это все те люди в черном, USS, спецназ и штаба. Но почему? Разве они не должны нас защищать? Белые мозги в лужах алой крови. Безумие какое-то. Боже милостивый, за что? Разве не говорили, что я гений? Гении не погибают в таких местах. Я всегда добивался результатов. Они меня поимели. Что ж, значит, я тоже их поимею. Я возьму Нобелевскую премию. Я герой, гений, бог. Я не умру. Я... головка от ракет Заря. Окей. Так, еще один подсумок. Отлично. У нас теперь место, хоть жопой ешь. Неплохо. Давай перезарядимся. За это надо перезарядиться по-любому. Так, ладно. Мы подали свет. Теперь хоть не так, короче, это темно. Так, можно что-то выкинуть? Ну, в принципе, у нас выкидывать нечего. Давай сбегаем, возьмем ножик. Второй. Потому что этот уже на издыхании. Этот почти издох. Почти умер. Так, какая нахрен машинка печатная? Я вообще не к машинке подошел. Прикинь. Прикол. Окей, так. Где ножик? Еще один ножик. А что-нибудь еще можно? Надо? Не надо? Брать. Надо, не надо? Надо, не надо. Так, окей, ладно. Нам бы белый порох, да? Белый же, да. Нам бы белого пороха. Мы бы смогли сделать, короче, для автомата патроны. Но... раз нет, так, да блин. Патронов мало. Патронов очень мало, ну ладно. Окей. Просто на разведку. Просто на разведку. Так, В03, В старее. F02, Е старее. Нет, да? Вот эта система. Вот эта система Нибель просто. Так. Так, этот мост нам... Погоди. Здесь мы что-то можем сделать?
Так, отлично. Этот мост мы отправили, открыли. Для доступа к мосту требуется допуск старшего персонала. А, улучшить антибраслет. Ясно. Хорошо. Хорошо, так. Лифт тоже. Это тоже не работает. Окей. Я понял. Дорога только одна. Короче, здесь не заблудиться. Дорога только одна у нас. Дорога только в Е-Старею. Как же вообще жестко здесь. Как же здесь жестко и атмосферно просто. Так, ладно. Какой-то газ. Можем подойти, смотри, мотыльки летают. А мы сможем, мы не сдохнем, не сдохнемся, нет, не умрем. Не, походу нормально. Походу нормально. Заранее просто проверить. Это слишком тихо. Кажется. Мне что-то кажется, что тихо слишком. Так, отлично, сохранка. Еще початная машинка. Початная машинка, это хорошо. Так, о, еще порох. Это какой порох? Ресурс. Из двух щепоток. Делать патроны для пистолета. Ну блин. Патрон для пистолета тоже хорошо. Но белый бы было бы намного лучше. В принципе, можно смотреть, что сделать. А, можно сделать вот эти маленькие, короче, соединить. Тогда я покажу. Вот эти маленькие соединить, короче. А, максимально, нифига себе, 9 максимально. Ладно. Вот эти вот маленькие соединить. Получить патроны для пистолета. Да ладно, не для того пистолета. Ты чё, прикольнулся, что ли? Ты чё, издеваешься? Поржал, что ли? А почему? Я думал, для этого пистолета. Ладно, хорош, уберем. Я только истратил порох, короче. Я только изговнял порох. Ладно, пошли дальше взглянем, что тут. Ага. Ага. Понятно. Понятно. Здесь будут растения, короче. Так, один браслет у него в руке. Боже мой. Какой ужас. Да, короче, здесь у нас будут растения. Это вообще просто жопа. Это просто жопа. Я не помню, короче, у Леона, по-моему, я не помню, какая-то пушка была против них или что-то в этом роде, короче, не помню. Ой. Ладно, хорош. Так, давай посмотрим. Для доступа к компьютеру требуется доступ старшего персонала. Понятно. Везде нужен доступ старшего персонала. Жесть будет. Ладно, просто взглянем. Я просто не помню. Да, вот это говно. Их сжигать, по-моему, надо. Их сжигать, да. Пойдет же, да? Шмякнется нахер. Так, погоди. А вот и белый порох, блин. Спасибо. Погоди. Где-то кто-то шевелится, где-то кто-то идет или что? Я вот не могу. Я не понимаю. Ой-о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 й. Затрещал. Затрещал. Так, пропусти. Ну похер. О, нет. Ему насрать. Ему просто насрать. Я не помню, как их мочить. Я реально не помню, как их мочить. Он сюда зайдет? Не, он сюда не зайдет. Короче, жесть. Полная жесть.
Давай электропушку возьмем, наверное. Так, порох тогда убираем нахер. Это убираем, это все убираем, короче, у нас патронов ноль. Давай электропушку возьмем. Потому что, блин, я не хочу тратить мощное оружие на них. Где патроны для электропушки? Окей. Я просто испробую. Я просто испробую. Покатит или нет? Так, он ушел. Ладно. Давай, 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 давай. Да, у этого, у Леона был, короче, огнемет против этих тварей. Они оживают, короче, им посрать. Им похер. А, надо этими. Взрывными, короче, гранатами фигачить. Окей. Давай берем. Блин, а взрывных гранат мне на всех не хватит. А если Гиркин? Что я буду делать? Здесь ухлюпать. Окей. Здесь у нас код. Отлично. Код, но мы не знаем. Чё? Значит, надо вставить. Идет выдача раствора. А, короче, против этих растений надо какую-то херотюнь вставить. Картридж распылитель. Надо будет что-то сделать, чтобы эти растения подохли все. Чтобы эти растения все сдохли. Так, ладно. Ходов у нас... Здесь несколько штук. Я что-то, да, здесь я здесь бегал, помню, что-то блуждал. И эти твари, они вот оттуда сверху будут падать. Какие-то здесь лежат. Да, вот. Вон он стоит. Держи. О, ты чё, ты чё, ты чё, ты чё творишь-то, а? Ты чё делаешь-то, а? По крайней мере, этой пушкой можно их, короче, вот так вот просто оглушить, просто, чтобы они лежали. Со временем они встанут. Так, здесь нет никого. Окей. Так, какой-то пароль. Такие палочки, такая палочка, и тут порвано. Окей. Запомним. Так, погоди, что за записка? Синтез гербицида. Образец 43. Синтез гербицида. Поместить пустой картридж в распылитель растворов. Добавить необходимое количество ОМБ номер 21. Немедленно охладить. Образец 43 растет с невероятной скоростью. Если произойдет какой-то инцидент, он может выйти из-под контроля. В случае непредвиденных обстоятельств создайте гербицид с помощью инструкции, чтобы свести к минимуму возможный ущерб. Образец 43, это, короче, помните, да, из первой части было растение 43. Такая вот херня, такая вот как грибница там, или корень, короче. Мы тоже делали всякую вот эту УМБ. Всякую УМБ, короче, делали и потом уничтожали. Блин, он так лежит. Так лежит, так лежит. Вроде как не шевелится. Окей, ладно. Это что? Отлично, порох. Порох это неплохо дают, да. Не к добру. Не к добру.
пойдем откроем. Пойдем откроем, короче, попробуем ввести код. Иди, ты где? Ты где кряхтишь? Опять встал, смотри. Упс. О! Травушка. Ну понятно. В растениях лежит растение. Так, еще где-то трещит. Слышишь, да? Еще где-то. Ну ладно, пока. Пока-пока. Пока ничего не будем. Так, окей. Вот здесь вот надо ввести пароль. Погоди, там вот такая вот штука была. Потом была... Какая маленькая? Какая, да? Или большая? Так. Блин. А здесь подбором надо. Давай, интер. О, нифига. Две штуки надо еще. Ну, это же сложно. Это очень сложно. Егор. Отлично. Это очень сложно. Это надо искать. Так, окей. Да иди. Прыжи. Отдыхай. Отдыхай. Как ты их сжигать, короче? Как ты их сжигать надо? Я не знаю. Брать эти взрывные, короче. У них не, их не так много у нас. Так, ладно. Так, картридж давай распылителя. Я не знаю, оставим пока, да? Хотя, фиг знает, все равно. Давай, нет, возьмем. Достань ты его. Окей, картридж распылителя оставим. Гранату оставить. Вспышку. Нет, давай гранату уберем, а вспышку оставим. Вспышку оставим. Так, трава, давай-ка соединим. У нас он есть. И синяя, и зеленая трава. Делаем мощную себе смесь, короче. Так, окей. Здесь еще, смотри, есть синяя и зеленая еще трава, да? Так, сделаем сейчас себе. И по красоте все. Так, окей. Порох. А интересно, а если зеленый, это кислотой херачить их разъест? И тоже. Надо тупо сжигать тупо. Зажигательный, смотри, 10 штук. По крайней мере, в принципе, если одной всего зажигательный на одного монстра, то 10 штук мы сможем загасить. Ну, давай, ладно, что делать, давай возьмем. Если как бы есть другая тактика, пишите в комментариях, как бы я почитаю, да. Так, и, наверное, да, сохраняться. Сохранимся. Ну, мало ли что. Так, где? Окей. Порох уберем. Порох уберем пока. Окей. Ну и сохраняемся. Ну и кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте. Ссылочки на прохождение игры будет в комментариях. О, в комментариях под видео. Да, ссылочка будет под видео. С вами был Валерий. Всем пока.